Привет, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова. Сегодня обзор пустых баночек за июль месяц. Целый мешок набрался пустых баночек, не каждый раз такое бывает. В итоге 31 баночка Oriflame и одна другого производителя. От Oriflame 276 баллов по текущему каталогу, 17 639 рублей и 14 000, то есть первая цифра была 17 639 рублей, это цена каталога, а уже по ценам консультанта 14 111 рублей, более 3500 экономия, если есть дисконт. Поэтому если у вас до сих пор нет дисконта на продукцию Oriflame, то срочно напишите мне или заполните форму заявки прямо под этим видео. И я сразу вам напишу, когда мне придет письмо, что у меня новый человек в команде. Научу вас, что нужно делать, с чего начинать, и буду вас лично консультировать. Итак, и один продукт 380 рублей. Это какой-то бальзам для волос, но я его сверху не вижу, поэтому как до него доберемся? Ну что, посмотрим, что у нас использовалось. Вот, кстати, я никогда не оставляю футлярчики от зубных щеток. Когда мы ими пользуемся, я их всегда выкидываю. В этот раз, как ни странно, осталось. И именно это моя любимая зубная щеточка, мятная, потому что она написана средней жесткости, по-моему, или средняя, или мягкая. Мне она очень нравится. У нее и щетинки максимально такие вот комфортные, и внутри силиконовые такие кружочки, которые хорошо массируют десны, все хорошо очищается, но в любом случае все равно рекомендуется пользоваться дополнительно зубной нитью, не забывайте об этом. Ух ты, сколько пакетиков, а сколько еще выкинули, потому что я с собой в дорогу брала пакетики, тоже одноразовые, очень удобно. Это, во-первых, легко с собой везти куда-то в дорогу, во-вторых, это так удобно использовать, не кого-то, да, там не мучаясь с баночками. Так, что мы использовали? Так, да, кстати, я выкинула в дороге то, что использовано, я с собой, естественно, назад не привезла. Пока вижу одну упаковку патчи с киви, который я очень люблю. Здесь в упаковке 8 штук, 8 таких фруктиков, и я ими пользуюсь достаточно часто, мне они очень нравятся. Чтобы вот кто ни говорил, многие пишут: ерунда, да никакого эффекта. Я, например, какой вижу эффект, что у меня моментально разглаживается отек утром. Ну извините, просыпаюсь я с отеками, что же делать, мне они не нравятся, я не хочу, чтобы они были. Поэтому я приклеиваю с двух сторон дольки киви, режу его напополам. Пока 10-15 минут проходит, я трогаю, если они начинают подсыхать, я их снимаю, и отека нет. То есть вы видите, мне уже 48 лет, или всего 48, но кожа под глазками ровная, потому что я все время за ней ухаживаю. Так, использовала маску с бананом. Как я люблю эту масочку, это, кстати, новинка. Написано просто маска для волос, но она очень хорошо питает волосы, то есть подойдет для подсушенных волос, которые нужно восстановить и укрепить. Аромат у этой маски просто съела бы. Две новые маски, такие вкусные. Это у нас папайя, да, с органической папайей. Огонь, просто огонь. Но мне они все нравятся. Единственное, только есть еще маска с авокадо. Она не обладает таким ярким вкусным ароматом, как эти две маски. Вот такого пакетика хватает на два раза. Мне, по крайней мере, с моими длинными, достаточно густыми волосами. Я не могу сказать, что они прям вот густые-густые, но и не жидкие. То есть достаточно хороший объем волос. И мне хватает пакетика на два раза. Получается выгодно примерно где-то 30 рублей на одно применение. Мне кажется, для хорошей маски, которая действительно ухаживает за волосами и дает моментальный эффект, волосы становятся такие гладкие, блестящие, шелковистые, упругие в то же время, то есть я чувствую, как они стали такие плотные. Вот, и 4 аж пакетика, это шампунь скраб с углем для волос, 4, и один я выкинула в Чебоксарах, то есть 5 использовано. Итак, что я могу сказать про этот шампунь? Я ощутила, что он подсушивает волосы, и когда они мокрые, они на ощупь как солома, то есть это такое неприятное ощущение, ужасное, и кажется, о боже, я не промыла волосы, они будут ужасно грязные. Многие пишут, что надо хорошо промывать, как бы частички скраба остаются. Я этого вообще не заметила, то есть я промыла обычно, как обычно шампунем.
смываю, все прекрасно. Ну конечно, есть недостаток, то что вода сливается с волос такого серого цвета, ну понятно, с углем, для глубокой очистки кожи и волос. Но какой эффект, это просто что-то невероятное. Вот волосы стали такие вот как после кератина, вот после, как они такие гладкие, такие упругие, и они какие-то невероятные. У меня даже дочка сказала: мама, у меня такие волосы крутые. И четко есть пролонгированный эффект, уж даже если на следующий раз моешь волосы обычным шампунем, все равно сохраняется этот эффект. Они и объемные. Ну, кстати, в этот раз я не мыла, потому что я только вчера покрасила волосы, и я использовала просто маску для волос, которая из краски. А после этого шампуня волосы вот прям объемные. Я не знаю, как это работает. Я пробовала мыть сначала этим шампунем, потом обычным, сначала обычным, потом этим, или два раза вот этим пакетиком. Кстати, здесь его так много, мне хватает на три раза. То есть я раз помыла, два и третий, то есть мне этого вполне хватает. Мне нравится и так, и так, и так, все это работает. Самое главное — это дышащая кожа головы, волосы чистые, чистые и такие упругие. Обязательно после этого шампуня нужна маска или кондиционер, потому что на ощупь они реально какие-то вот сухие становятся. Ну кстати, потом высыхают, все нормально, а вот с маской, естественно, что будет эффект отличный. Ну как без маски, я не знаю. Пакетик от мыла ладошки с ароматом персика, мне так нравится это мыло, оно и по мылкости приятная, пенку хорошую делает. Самое главное — такой аромат, как будто вот спелые персики или абрикосы. Баночка астаксантина закончилась. Астаксантин я частенько пью просто отдельно еще или как дополнительно к нашему обычному пэку. Например, пакетик пэка выпиваю, если я чувствую по состоянию, что я как бы, вот бывает такое, усталость или, как сказать, вялость какая-то, я просто выпиваю еще один астаксантинчик день, два, три, и чтобы вот поддержать организм, потому что это очень мощная для организма поддержка. Вот что закончился крем Скульптор для шеи, декольте, для шеи и декольте, вот чтобы шея была молодая, не было дряблости, не было вот этих колец Венеры. Это самый крутой продукт, вот он и пептиды. Но пептиды гораздо дороже, и там всего 7 ампул, а этого крема 75 миллилитров мне хватает на несколько месяцев, хотя я пользуюсь, ну, редко, когда я пропускаю, например, утром не делаю, если сильная жара, мне просто не хочется лишнего чего-то на себя мазать, на ночь всегда. Смотрите, какая шея, 48 лет. Нормально? Шею никак не сделаешь, ее не наколешь какими-то уколами красоты и так далее. То есть шея — это то, что вы сделали. Например, что вы можете сделать для своей шеи помимо крема? Так это осанку соблюдать. Я уже вам рассказывала, да, в каком-то видео, может быть, не видели, что если вы сидите и постепенно начинает у вас провисать тело и шея куда-то проваливается, что происходит? Так как длина шеи становится короче, кожа провисает, и вы, естественно, да, увидите и морщины, и кольца, и так далее. Там, ну, кольца Венеры я имею в виду, не кольца с бриллиантами. Поэтому осанка, то есть тянем, да, плечики на месте, шейка вверх, подбородочек ровно, нос по ветру, все будет хорошо, будете всегда у меня красивыми. Вау, девочки, мальчики, я не знаю, кто меня смотрит, посмотрите на эту банку, запомните, обязательно закажите. Я обязательно еще повторю, просто только закончился. Это волшебный крем, крем с какао и кокосом, но я здесь кокоса не ярко слышу, в основном у меня аромат какао. А кто-то у меня нюхал, девчонки говорили, что кокосом пахнет. Ну да, есть кокос, но какао больше. Итак, что это за волшебный крем? Во-первых, у него какая-то интересная консистенция. Кстати, тут даже чуть-чуть еще осталось на стеночках. А, много осталось, кстати. У него, знаете, какая интересная консистенция? Вот из душа вылазишь, начинаешь наносить на кожу, а кожа ведь она немножечко такая распаренная, даже влажная, даже если хорошо промокнешь. И вот смотрите, она становится как вода. Я вот прям даже вижу, что он тут же растекся, растаял, как вода, но в то же время я его чувствую, этот крем, что он питательный, то есть это не
те тающие, вот у нас были некоторые варианты, которые наносишь, он прям раз как снежок растаял и все, и просто увлажнил. А этот я прям чувствую, он крем, он питает очень хорошо, такая кожа с ним становится. Ой, сейчас дамажу, как-то, да? Расточительство какое, смотрите, осталось по краешкам. Вот сейчас заодно и ручки увлажню, а то я сегодня готовила, много с водой контактировала. Аромат просто божественный. У меня дочка: мама, можно я тоже буду мазаться? Нет, это мой, один раз помажьте и хватит. Но мне кажется, она мазалась. Я, конечно, не одним им пользовалась, потому что у меня еще есть с ягодами Essence & Co. У меня несколько вариантов для тела, там антицеллюлитный, я периодически всеми, поэтому он у меня все-таки пожил достаточно долго. Обычно такие банки я вымазываю очень быстро, но так как то одним, то другим, то третьим, получается, что я им понаслаждалась подольше. Очень рекомендую, очень. Ой, какая кожа напитана, вот она, я его чувствую, этот крем, то есть его лучше наносить на ночь, не на жару. То есть если вы пойдете вот сейчас скупались, идете гулять, то этот крем, я думаю, будет тяжеловатый немножечко, то есть для такого, для лета надо что-то совсем легкое. Вот, кстати, в серии Essence & Co с дозаторами лосьоны, они очень легкие и при этом кожу увлажняют просто на раз-два. Это шедевр. Вот, кстати, продукт из другой компании, In Nature. In Nature. Восстанавливающий натуральный бальзам для сухих и ломких волос на 95% натуральный состав. Я им попользовалась пару раз, но я не помню даже свое впечатление, потому что потом я отдаю это, Миша пользуется. Я не люблю изменять Oriflame, не потому что я против каких-то других, нет, абсолютно нет. Я, мне кажется, даже мне очень даже понравился этот продукт, но я просто люблю Oriflame. Не просто, да, вот всей душой, у меня все тело любит Oriflame, и волосы в том числе, и абсолютно вот не хочу даже менять. И были продукты, когда я, например, покупала после кератина, я себе покупала шампунь специальный после выпрямления кератина, он без парабенов, без силиконов, то есть такой прям идеальный. Мы, кстати, недавно его цену посмотрели, он около 2500 стоит, обычный объем, прям небольшой, с дозатором, в пластике, обычный шампунь. Он шикарный, и я вам на одном из обзоров его показывала, мне очень понравился. Я ничего не имею против, ну, нравится мне Oriflame, и все тут. Эта дочка отдала крем для рук, его сейчас нет в продаже, используется у нас продукция до последней капли, потому что очень нравится. И вот этот, по-моему, с ароматом розы для волос. Для волос что тут еще есть? Сейчас просто по максимуму, чтобы показать, что есть. Для волос кондиционер, мед и молоко. Вот именно эту серию, ребят, берете для людей, у кого сухие волосы и сухая кожа головы. Вот прям вот бывает такое, у людей зуд, там шелушение, перхоть, очень хорошо увлажняет кожу головы. Если волосы, то есть вернее кожа жирная, то лучше такое не надо рекомендовать продукт, потому что он будет питать, будет увлажнять, человека будет сильнее жирниться в волосяной покров. Зачем это нужно делать? И масло, у меня закончилось масло, и у дочки, кстати, тоже. То есть у меня из новой серии в стекле масло закончилось, а у нее в пластике. В следующий раз мы его как раз покажем, потому что я его только вот прям увидела баночку сегодня. Итак, что я хочу сказать. Разница между маслами прошлой Элио и сейчас, что я заметила, мне кажется, прошлые по аромату были намного вкуснее, по качеству я не вижу такой разницы, чтобы у меня прям, я бы сказала, новые в 100 раз лучше, я бы так не сказала. И мне, кстати, больше нравилась та пластиковая упаковка и то, что он прям вот до конца использовался, а здесь мне было неудобно. Вот реально начинаешь так делать, пытаешься наклонить, он куда-то уходит, то есть в конце было сложно использоваться, то есть приходилось откручивать, выливать. На самом деле у меня как-то нет такого, что новая серия она стала в 100 раз лучше, хотя здесь добавили еще, по-моему, по 2 или по 3 масла, которые благоприятно влияют на волосы. Так что, и если будет где-то прошлая коллекция в распродаже, берите смело, она ничем не уступает вот этой вот новинке, тем более что мне вот реально та упаковка,
больше нравится. Еще я, знаете, что всегда боюсь? В ванной падает, все, будешь лежать. В ванной камфель, и если упадет стекло, то разобьется вдрызг, а пластик, скорее всего, не разобьется. И я все время так переживала, потому что руки скользкие от масла, и я всегда так аккуратненько, чтобы не уронить, не разбить. Так вот, кстати, часто спрашивают, чем лучше всего удалять макияж. На самом деле лучше подбирать под свою кожу, под свои глаза, под свою чувствительность, потому что кто-то пишет, что им идеально подходит масло гидрофильное для снятия макияжа, и они им чудесно снимают макияж с глаз, и все в восторге, и трепещут, потому что и кожа классно очищается, и макияж снимается очень хорошо. Я пробовала, у меня глаза настолько чувствительные, что они просто мне скажут: ты что, издеваешься? То есть сразу краснела, как-то припухала. Нет, не было аллергии, но вот ощущение, что мне прям вот тяжело глаза открывать. Это средство двухфазное для снятия водостойкого макияжа в серии The One. Оно тоже маслянистое, вот его прям видно, если вы посмотрите, то здесь вот прям капельки маслица, они остались на флаконе, то есть как бы продукт кончился, а маслянистость осталась. То же самое ощущается на коже вокруг глаз, но никакого дискомфорта мне не доставляет, даже когда я вижу, что я, например, подержала ватные диски, так аккуратно снимаю, потом подтираю к носу и смотрю, в ресничках осталось, и я могу прям, знаете, вот так вот, а, и вот тут вот в ресничках аккуратно чистеньким мокреньким вот этим средством протереть. То есть даже очень близкий контакт со слизистой, у меня никакой негативной реакции, и после него мне нравится мягкость. То есть у меня сразу кожа вот этим маслицем, она как бы вот, мне очень комфортно, оно уже увлажненное, я потом просто хорошо промываю водой, промакиваю полотенцем и наношу сверху крем на ночь. Я пробовала мицеллярную воду, я не могу ей удалить макияж, то есть мне приходится много действий делать, у меня все равно ощущение, что у меня остается, я прям вижу это вот от уши серость. Потом я пробовала, что я еще пробовала, розовое средство тоже из серии The One для снятия макияжа, такой же эффект, как от мицеллярной воды, начисто не убирает. Когда я делаю это на руке как эксперимент, то есть прям вот густок, подводку, тушь, там побольше косметики, и снимаю мицеллярной водой, прекрасно, средством The One прекрасно, гидрофильным маслом идеально, этим идеально, все, все средства снимают круто, но когда я работаю с кожей глаз, вокруг глаз, совсем другой эффект. Поэтому это мое личное мнение, и моя кожа так реагирует. Как у вас будет реагировать, я не знаю, поэтому пробуйте разные варианты. Очень важно подобрать то идеальное средство, с которым вы будете вот просто кайфовать, потому что если вы краситесь каждый день, то удалять макияж нужно каждый день, и делать это тщательно и нежно. Маска скраб 2 в 1, чайное дерево и лайм, серия Love Nature. Потрясающая маска, она идеально подойдет для тех, у кого кожа склонная к жирности или жирная. Можно использовать как скраб на влажную кожу, минуточку, полторы-две, вы делаете легкий массаж по массажным линиям, не затрагивая кожу вокруг глаз, потому что это маска со скрабом, и она для комбинированной жирной кожи. Смываете все, идеально чистое лицо, либо вы умываетесь, промакиваете лицо полотенцем, не вытираете насухо, а просто вот промокните, нанесите как маска толстеньким слоем, избегая кожи вокруг глаз и вокруг губ. Здесь очень нежная кожа, не стоит ее заранее состаривать. Держите 15 минут, 10-15, и если подсыхает, сбрызгиваете спреем, потом смываете, и кожа идеальная. Вот второй вариант более эффективный, нежели делать как скраб. Но если вы все время на бегу, вы торопитесь, вам надо все успеть, то, конечно, как скрабик быстренько сделать — это очень-очень классный продукт. Я в этот раз заказала 3 штуки, 1 клиентке, 2 себе, и думаю, что надо еще заказать. Так, зубная паста мне нравится, вот зубная паста в Oriflame мне нравится вся. Если у меня были какие-то претензии к пасте для чувствительных зубов, когда я ее попробовала, у меня не было никаких проблем, я попробовала и сказала: да как-то слишком мягковато, хочется чего-то более такого, вот как генеральная уборочка, чтобы во рту была.
и поэтому я взяла и отставила ее в сторону. А вот когда у меня появилась чувствительность на прикорневой, вот где около десен зубы стали реагировать на горячее, на холодное, на воздух даже, я поехала к врачу, она сказала, нужна паста для чувствительных зубов и нужно сделать аппликации, то есть нанести и подержать сколько можешь. Я сделала два раза, чувствительность как рукой сняла. Теперь я периодически на ночь особенно тщательно наношу, подержу, потом помассирую щеточкой. Мне очень нравится, какой эффект от пасты для чувствительных зубов. Это паста гель освежающая. Вот она именно так и работает, как генеральная уборка. То есть такая свежесть прям, вот прям вау! Очень нравится. Слушайте, это такое... древний продукт, дочка отдала, слушайте, у него даже, да, еще в прошлом году его надо было использовать. Но чем этот крем, лосьон для тела интересен? Его когда наносишь, вот так блесток не видно, а когда смотришь на свет, то вся кожа переливается, как, я не знаю, как будто это какая-то статуэтка, какой-то, не знаю, что-то невероятно красивое. И когда ложится легкий загар и сверху проходишь вот этим кремом, я не знаю, почему в Oriflame перестали делать такие бомбические штуки, потому что мы их очень любили, тальки с блестками, вот эти лосьоны, и ты идешь, а у тебя просто дорогая красивая кожа, она вся такая холеная, руки, например, намазать, вот плечи, если открытый сарафан, ноги, да, или коленочки, чтобы вот они прям вот такие вот были, просто это что-то нереальное. К сожалению, купить нельзя. Крем для рук с ароматом персика, любовь, вот это моя любовь, мне этот крем нравится своей легкостью, легким ароматом, натуральным таким вот чистым ароматом. Мы недавно возвращались из деревни, и с нами ехала моя тетя, я обычно с собой всегда кидаю крем в рюкзак, потому что в деревне работа, и я в дороге наношу крем, и пусть мои руки напитываются. Я достала крем, нанесла, и вдруг она такая: как вкусно пахнет, это что? Я ей показываю крем, помазана. Ой, да не надо. Я говорю, руки давайте, я ей и Лере намазала. Она: ой, как вкусно пахнет. Но мне кажется, его сейчас нет в продаже, по крайней мере, что-то я не заметила. Может, я вот видела, с кокосом сейчас есть, вот из этой же серии, тоже очень вкусно пахнет. И с алоэ, а вот этого что-то давно не видела, я прям его очень хочу повторить и вам рекомендую. Еще один крем отдала дочка, вот я ей всегда дарю, смотрите какие, чтобы это было розовенькое обязательно, да, что-нибудь оригинальное, потому что она очень любит такие вот, да я сама люблю, но всегда лучше дочке подарю кремики, кремушки, я их так называю, в Oriflame просто великолепные. Слушайте, еще масло, не знаю, зачем его сюда положили, даже надо было выкинуть все, тут оставалась капелька, я не знаю, как он у меня проскочил, что я его не замечала. Ну бывает такое, когда много косметики разной, что-то задвигается в дальний угол. Это масло было очень крутое, кто помнит, это серия Body and Mint, ночное масло, мы с ним делали массаж, ванну принимали, и я его лила в последнее время, вот, чтобы обрабатывать маникюр, ноги, когда делаешь, руки, масло добавить в воду, и оно лучше размягчает кожу, легче отодвинуть кутикулу, то есть все очень хорошо обрабатывать. Масло было крутое. Кстати, сейчас в Oriflame есть масла тоже для тела, мне нравится, с миндалем, есть еще с авокадо, то есть у него более такой аромат авокадный, то есть не такой вкусный, а вот с миндалем это вот прям вкусный аромат, и с ним тоже также и массажи делать и так далее. Дочка отдала тоже спрей для тела, слушайте, вкуснейший спрей, вкуснейший прям, его сейчас тоже нет, по-моему, в продаже, но вот когда выходят какие-то спреи, у нас сейчас в каталоге номер 11 на последней страничке, посмотрите, какой роскошный спрей. Заказала пробник, мы его нюхали, я говорю: Лера, я так хочу. Она говорит: мам, успокойся, у тебя 50 ароматов. Я говорю: давай тебе. Она: у меня полно, мне не надо, когда мы их используем, все будем, они же пропадут, зачем? Купи лучше витамины, представляете, как ребенок у меня говорит. Так что вот этот спрей закончился, но у нас еще есть тоже спреи для тела, они легкие,
у них нет такой стойкости, как у парфюмов туалетных, вот. Но они вот тема прекрасная, то что их наносишь, например, на ночь из душа вышел, распылил, в облачко входишь, и вот просто от тебя приятный аромат. Мне это нравится. Так, чтобы сказать, это мой парфюм на весь день, конечно же нет, он очень легкий, либо его нужно добавлять. Это масло чайного дерева с лаймом. Масло антибактериальное и ранозаживляющее. Как его использовать? Ну, спектр очень большой, куда его можно применить. Я обычно говорю от макушки до кончиков пальчиков. Если перхоть, добавляете в шампунь. Если прыщики, добавляете. Если зуб болит, то я даже на ваточку прикладываю к десне, зуб проходит. В нос закапываем, горло полощем, обрабатываем, когда ногти бывает что-то порежешь, ранку обработать быстро, порезы, ожоги, укусы насекомых, ушибы, синяки. Все обрабатывается. По гинекологии даже можно, и при геморрое. Если на ногах грибок, то есть да, неприятный аромат, аромат от ног, то тоже промывать хорошо ноги скрабом, пилками, щетками, все хорошо отдирать, промывать ноги чистой водой и прям вот обрабатывать, то есть прям везде, вот в ногти, вот где вот грибок может жить, то есть везде обрабатывать чайным деревом. И вы от него избавитесь, при условии, то что вы еще и обновите все носки и обувь. Это очень важно, потому что грибок живет в обуви и в тканях. Даже вы постираете, если только кипятить, но вы же не будете носки кипятить. Ой, сколько wellness. Давайте про него потом. Сейчас еще расскажу про продукцию, а потом про wellness. Итак, ребята, тут такая тема пришла интересная. У нас одновременно закончилось два геля. Один стоит в одном месте, другой в другом, везде используется. Но так совпало, что они вместе закончились, пустышки. И тут у нас в компании выходит гель для интимной гигиены Refill. Получается экономия около 100 рублей. И я сейчас не буду выкидывать эти флаконы, я уже заказала, у меня уже стоит упаковочка Refill, и я сейчас прям вскрою и залью сюда и поставлю обратно на места. То есть я и сэкономлю, и о природе забота, потому что не надо столько пластика выкидывать. Так что одни преимущества, обратите внимание, в 11 каталоге тоже есть Refill, и два варианта, вы можете заказать любой и наслаждаться. Мне кажется, надо сделать на максимальное количество продуктов, которые можно использовать повторную упаковку, делать рефилы, и все. Гель для душа, серия Feel Good, Be Happy, очень позитивный цитрусовый, красный цитрус здесь аромат, и он в то же время еще и пряный, с куркумой, по-моему, здесь, да, куркума, какая-то пряность, это что-то невероятное. Мало того, что он вкусно пахнет, так он еще с натуральными эфирными маслами, и когда купаешься, то это просто райское наслаждение. Такая пенка нежная, пышненькая, кожа отмывается классно, и кожа увлажненная. Если вы заметили, у меня очень редко бывают обычные какие-то гели. Очень редко. В основном это либо Essence & Co, либо вот Be Happy, ой, Feel Good серия. Я их обожаю. Краска для волос. Смотрите, в прошлом каталоге я использовала краску, и в этом тоже. То есть каждый месяц один продукт вот такой вот у меня уходит на мои волосы. Я не крашу всю длину, я крашу только корни. Как вы видите, цвет не вымывается. Многие спрашивают, хорошая ли краска. Я недавно написала целый пост в свой канал Телеграм и для своего чата, где я вот просто выразила свою любовь к этой краске, потому что она у меня безразмерная. Попробуйте, если ни разу не пробовали, я уверена, что вы тоже будете в восторге. Надеюсь. Не факт, конечно, потому что бывает, что ну что-то не подходит, но эта краска, она очень умная, она полностью закрашивает седину, она делает, там технология есть специальная, которая работает, ищет где седой волос, где не седой, то есть, и она прокрашивает седину замечательно. Потом идет увлажнение, питание, и волосы как будто отполированные. То есть если вы видите, вот я вчера покрасилась, я их даже чуть-чуть феном подсушила, даже ничего не делала особо, уже в конце просто я даже замерзать что-то стала от мокрых волос, и я их чуть-чуть феном подсушила,
и они вот такие вот просто гладкие, такие упругие, нет сухости, так что красочку рекомендую. И здесь осталось две упаковки wellness, wellness женский, одна моя, одна дочки, а Миша еще пьет. Миша, наверное, экономит, он сейчас, смотрю, не каждый день пьет wellness, но это как бы его личное дело, я стараюсь не пропускать, потому что для меня витамины очень важны. Я ощутила разницу, как бы, я не знаю, хорошо это или плохо, кто-то сейчас начнет писать, я уверена, что все, вы подсели на эти витамины, ваш организм ничего не вырабатывает, но мое мнение такое, что мой организм должен получать из питания все необходимое для правильного строительства клеток, для того чтобы был крепкий иммунитет, для того чтобы клеточки были все здоровые, правильной формы, да, им нужно питание. Но так как мы питаемся, несмотря на то, что у нас есть домик в деревне и мы от родителей сейчас яички привозим, какую-то зелень уже, вот огурчики пошли и так далее, да, и зимой мы всегда покупаем фрукты, овощи, но они пустые, и даже вот те фрукты, которые мы привозим из деревни, какие они были раньше, я еще помню, даже 5-10 лет назад, какие были ароматные помидоры, огурцы, вот эти все ягоды, они какие-то стали все равно немножечко другие. Не думаю, что это мой вкус изменился, но мне даже родители вчера звонили и сказали, мы выкопали несколько кустов картошки и набрали горстку картошки на готовку с нескольких кустов. Раньше, когда я была еще поменьше, лет на 12, мы с одного куста больше полведра собирали картошки. О чем это говорит? Земля истощилась, нету в земле вот этого всего необходимого, а кормить ее химией, потом есть эту химию, тоже не очень хочется. Поэтому я выбираю лучше пить витамины, чтобы у меня постоянно организм получал то, что ему нужно, и чтобы я была вот такая вот бодрая, красивая, ухоженная, счастливая, здоровая. Поэтому да, мой выбор такой, а каждый выбирает для себя. Я даже не собираюсь спорить на эту тему, потому что я уважаю мнение каждого человека, и если вы говорите, что вам это не нужно, вы и так обходитесь, я за вас очень рада, и меня тоже осуждать не надо. Если я хочу и я понимаю, что мне это нужно, я буду пить витамины независимо от того, нравится кому-то это или нет. Так что я за wellness. Ну, в любом случае, пишите ваше отношение к витаминам, как вы их применяете, как вы их чувствуете на себе или нет. Буду рада любым вашим отзывам и комментариям. Пишите, считаете ли вы, сколько вы экономите денег и какой огромный расход. Вот представьте, нас всего трое, нас всего трое, и вот каждый месяц я записываю обзор, что у нас закончилось за текущий месяц, и я порой поражаюсь, что вот такое огромное количество получается каждый раз. Можно, конечно, убрать витамины, будет поменьше, но посмотрите, сколько средств гигиены, сколько тут нет декоративной косметики, здесь в основном вот wellness, да, много вот забирает по деньгам, но сколько гигиены, сколько уходовых средств, всякие всевозможные кремики, лосьончики, масла, кондиционеры, краска, без этого жить невозможно, согласитесь. Я могу не купить лишнюю помаду, но как без шампуня, я не представляю, или без зубной пасты. Поэтому бизнес с Oriflame, он очень удобный тем, что это репотребляемый продукт, он быстро заканчивается, он постоянно нужен. В один месяц у меня вдруг два интимки закончились, окей, закажем два новых, и хватит мне их на полтора, на два месяца, потом они опять кончатся. Крем для рук каждый месяц кончается, в этот раз даже, видите, два дочка вернула, и у меня закончился. Так что парфюмов надолго хватает, ну даже не знаю, а шампуни, кондиционеры, они просто вот летят один за другим. Спасибо вам огромное за внимание, я вам благодарна за то, что вы пишете, реагируете. Я вас приглашаю каждый вторник заходить ко мне на прямой эфир в 19 часов по Москве, и я отвечаю на все ваши вопросы, делюсь своими знаниями, даю рекомендации, как усилить себя, как лучше взаимодействовать с клиентами или с партнерами. То есть я отвечаю на все ваши вопросы в прямом эфире. Используйте этот момент. До встречи, всего вам доброго. Пока-пока.